Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей и игрушка под названием Calm Down Stalin. Игрушка про Сталина, симулятор Сталина, я бы, наверное, так назвал, потому что по описанию в Стиве тут происходит лютый пиздец, и, возможно, кому-то это будет игрушка в какую-нибудь обиду или кого-то какие-то чувства заденет. Это всего лишь игра, это всего лишь нарисованный Сталин, причем написан он вообще не по-русски, не по-английски, поэтому это просто как бы типа пародия, здесь не работает ни хрена кнопки сюжет. Давайте посмотрим слот 1, окей, поехали. Установка не той печати на документ понижает целостность государства. Заебись. Что делать? Приблизьте руку к кнопке, чтобы угрожать врагам. Воу! А, все, отлично. Врагам настал пиздец. Так, приближаю, чтобы угрожать. Хорошо. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы выбрать другую руку. Отлично, замечательно. Возьмите трубку и покурите, чтобы уменьшить стресс. Как курить? А, курит, хорошо. Нажмите пробел и среднюю кнопку мыши, чтобы бросить предмет. Окей. Так, вторая кнопка, тихо. А, я понимаю. Не дайте часам вторжения, дайте 12 до конца уровня. Хорошо, без проблем. Ай, да ёб твою мать, Сталин, ну ты давай рукой от маленькой своей не тряси, в конце-то концов. Короче говоря, да вы, бляха, муха. Мигающая лампа существенно понижает стресс. Короче говоря, просто нужно держать около кнопки палец, чтобы враги... ничего нам не сделал. А где показатель стресса? Он где-нибудь есть вообще, нет? Enemy Invasion Timer. Это вот здесь, хорошо. Это тут замечательно. Ну, я держу эти попугаи. Здесь нужно просто не паниковать. Я так думал, внизу, которая линия зелененькая идет. Это как раз-таки линия, которая указывает на то... У тебя рука начала трястись? Тихо, тихо, тихо. Ага, спокойно, покурим. Это же не линия стресса снизу, да? Ну хорошо, типа покурить, пугаем врагов. А? Как? Я, сука, ведь сейчас нажму, я ведь умею, спокойно, спокойно, все хорошо, успокойся, враги испуганы, у нас все нормально, блядь, что с чем тут? Уровень пройден, государство нормальное, усталость, танк, прогресс, все хорошо, поехали продолжить. Замечательная игра. Получен телефон. Отвечать на звонки, чтобы повысить целостность государства. Окей, окей. Я понял. Эта игрушка будет сегодня работать, нет? Вот, в принципе, и вся проблема в том, что... она как бы не работает просто потому, что здесь кнопки не нажимаются. Ты серьезно? Получен телефон и все? Алло, блядь, слышь. В игру я выключил, включил обратно. Следующий уровень, прогресс. Не могу поверить, что они только сейчас проявили мне телефон. Нужно сделать пару звонков, говорит Сталин. Делать важные государственные дела и повысить государственную целостность. Открывать декоративный предмет. Государство у меня, в принципе, целое, все нормально. Ну, давайте тогда еще поиграем. Высокая усталость повышает скорость набора стресса. Хорошо, окей. Да, блядь? Алена, все нормально, все хорошо. Опачки, хорошо. Так, тихо, 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 враги наступай, я вам сейчас, блядь, наступлю. У меня кнопка есть, пацаны, вы не дурите, у меня есть кнопка. Опачки, я Сталин, все, заебись. Весь мир боится меня. Алло, да-да-да, я слушаю вас. Чего? Расстреляю нахуй. Пошел в жопу, отлично, я вам сейчас, блядь, только попробуйте. Такой тупой симулятор, просто прям вообще, но он такой забавный. Тихо, курим, 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 все нормально, все хорошо. Курим трубку, все будет нормально, все замечательно. Главное держать трубку где-то в районе лица, и все будет нормально. Спокойненько, я вам сейчас для всем тут. А где полот? Да, алло, слушаю. Да? Ну окей. Все, расстрелять нахуй. Всем все расстрелять, я вам сейчас подойду, сука. У меня кнопка около пальца. А может, какая страшная, нихера себе. Тихо, 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 тихо. Курим трубку спокойно. Сталин начал волноваться. Рука стала трястись. Почему нельзя одновременно курить трубку и держать палец около кнопки? В чем проблема? Спокойно там. Тихо, не нажимай. Да ёб твою мать, что вам надо? Я занят, у меня обед. Я кушаю печеньки. Все, отвалите. А что это значит? Государство мы просрали? Или наоборот, все хорошо? Что-то непонятно. Ну, хорошо. Я так понимаю... Да, конечно, получена лампа, естественно. Я... Ой, нажимается, серьезно? Отлично. Так, день первой войны на пороге, день второй провел день, отмечая звонки по новому телефону. Это дневник его.
Прогресс, было слишком темно, я приказал принести новую лампу, лучше бы она работала как следует. А, вот она, смотри-ка, эффекты. Инт это, я так понимаю, государство минус 8, и мы можем его просрать, если что. Ну окей. Давайте, поехали. Поставьте правильную печать, чтобы повысить целость государства, без проблем. Так, ну-ка, кури трубку быстрее. Кури трубку пока что. А телефон-то куда пропал? Эй, а где мой телефон, я не понял? Спокойно там. Враги не дурите. Враги не надо дурить, все будет хорошо. Все спокойно. А где государство-то у меня? Почему государства-то нет? Ой, в смысле этого, телефон-то. Тут телефон спит. Я тебе... Алло, бляха. Тихо. Слышь. Эй, ну-ка, блядь, не дури, алло. Да не дури, говорю. Да, бляха, я запутался. А чё лампа-то мигает? Лампа, не мигай давай. Бляха, враги уже приходят. Враги уже здесь. Спокойно, враги ушли нахуй от границ. Ушли нахер, враги. У меня красная кнопка. У меня есть... Тихо. Тихо, не пугаем так сильно. Надо держать... Алё, ну-ка напугай их маленько. Спокойно, покурим, тихо. Почему лампа-то эта сраная так плохо работает? Может быть, все надо делать левой рукой? Простите, я чуть-чуть немножко психанул, такое бывает. Так, я так понял, с лампой надо что-то сделать. А что она делает? Я могу ее ёбнуть вот так. Сука, работай, сказал, работай, падла, хорошо, блядь. А по щам надают, тварь. Спокойно, враги ушли нахуй от границы. Ушли, я сказал, не надо мне тут. Вот, Сталин думает, Сталина все хорошо. Сталина, блядь, мигает, лава, въебу сейчас, сука, ну-ка не мигает, тварь. Не мигай, сказал, блядь, спокойно, тихо. Все, а, смотри-ка. Короче, я уже понимаю примерно, когда будет стресс, потому что рука сейчас пока что более-менее хорошо общается со мной. Поэтому вот так немножко прикурим трубку. Кури трубку! Кури трубку и успокаивайся. Жалко, что нет нигде никакого показателя усталости, показателя стресса и прочей вот этой хероты. Тихо, спокойно. Блять, я тебе как сейчас дам нахуй, ну-ка, хорош там, ебаный в рот! Тихо. Спокойно. Спокойно, пугаем народ. Ёб твою мать, гребаная лампа, сука! Спокойно, спокойно, Сталин, успокойся. Все будет хорошо, курим трубку. Блять, как много всего надо здесь успевать. Кури трубку, Сталин, все должно быть хорошо. Давай, 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 давай. Вот, все нормально, тихо, спокойно, бля, я рядом. Главное вовремя от лампе по щам. Все будет замечательно. Отлично, пытался привыкнуть к новой лампе, она мигает. Ебаная падла. Собрать министров и офицеров и приготовиться к защите отечества. Хорошо, установка не той печати, да, мы поняли. Так, отлично, уже появился у нас, короче, этот. Как его называют? Появился телефон назад. До этого его не было. Курим трубку пока. Пока все спокойно, мы будем дымить. Будем дымить и, в принципе, насрать нам на все. О, все хорошо, спокойно. Их, не нажимай. Не надо нажимать на кнопку. Кнопка не для того, чтобы не нажимать. Кнопка для того, чтобы пугать врагов. Главное, чтобы было чем. Спокойно. Блядь, что не мигаешь-то, алё? Ну, давай уже нормально пообщаемся с тобой. Давай. Эй, друган, бля. Как дела у тебя, хули ты? Их там... Тихо, ай, блядь, как дам сейчас, сука, по щам, ты как дам сейчас, тварь! Тихо, блядь, оп-оп-оп-оп, алё, нахуй, да! Чего? Пошел в жопу, трубку, сердце забилось, спокойно, по-моему, все плохо. Да дыми ты ее, ну! Сука, хватит, блядь, мигать, тварь! Тихо. Музыка, ты видишь? Слышишь, музыка какая напряженная. Музыка прям говорит о том, что скоро начнется пиздец. Сталин, не паникуй, все будет хорошо. Не надо, все будет нормально, кури трубку. Все хорошо, кури трубку. Блять, хватит, тварь, мигать. Тихо. Алло, нахуй, что случилось? У меня вообще-то важные государственные дела, у меня рука шат, идите в жопу. Курим трубку. Тихо, тихо, да не надо так паниковать-то, ты че? Давай так сильно, не паникуй. Спокойно, я вам, блядь, я уже рядом. Рука, не надо мне звонить. Не надо мне звонить, у меня важная государственная хуя происходит. Алло, блядь, что вам надо? Идите в жопу. Спокойно. Тихо, 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 тихо. О, бля, Сталин умирает, по-моему, все, беда. У него очень сильно сердце трясется, прям беда. Давай, 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 да кури ты ее. Тихо, спокойно. А почему государство у меня падает? Я все делаю правильно, я пищу лампу, отвечаю на телефон. В чем проблема-то? Так, получена водка. Замечательно. Прям пиздец. Собрал министров и офицеров, чтобы обсудить положение дел. Государство пока просрывается, но все нормально. Поехали. На прогресс. Почему я должен покидать кабинет, чтобы выпить? Назначил офицера отечественного ответственного за выпивку. Окей. То есть бухающий Сталин. Заебись. Да. Та-та-та-та-та-та. Спокойно, опа. А что водка-то дает? Да выпей ты маленько, блядь. Что случилось-то? Алло. Ага. О, пизда мне. Все, тихо.
спокойно. Типа выпивка успокаивает Сталина. Это как-то, по-моему... Ну, блин, я тебе говорю, ну это может кого-то оскорбить, только в путь. Спокойно там, держи руку, все нормально. Ты ёбнул водки, и все хорошо. Спокойно там, тихо. Тихо. Спокойно. Давай чуть-чуть прикурим. Ага. Ага, все. А, тихо, не нажимай на нее, спокойно. Ты там такой улыбается, Дима, а? Ческа, а? Да куда ты повел руку-то? Че, все, отлично, прошли уровень, сейчас кончится уровень, замечательно. Та-ра-та-та. Все нормально, все хорошо, все замечательно. Так, день пятый. Взял выходной, чтобы отдохнуть и выпить водки с большой буквы. А, противник силен и самоуверен, но у нас есть что ему показать. Стоп, красную кнопку. Бейте грушу, чтобы уменьшить скорость. Какую пизду грушу еще? Так, спокойно. Я предлагаю, может, сразу водки жахнуть. Типа, упадет у нас усталость, нормально будет. Э, блядь, водку мне. Да не эту, ёпты, вот эту. Опа. Жах нахуй. Уберите ее. Тихо. Пугаем врагов. Да-да-да, все нормально. Да, я слушаю вас. Да-да, все, заебись. Отстаньте нахуй. Ай, блядь, сука, ты ебать. Сука, как нам сейчас спокойненько. Тихо, не нажимай. Не нажимай, все хорошо, все нормально. Опа, трубочку чуть-чуть, маленечко трубочки курнем, потому что будет печально. Кто мог подумать вообще, что Сталин курит трубку для этого? Ой, спокойно, не нажимай. Ты, блядь, сейчас как дам, сука, хватит мигать, тварь. Спокойно, тихо. А? Он так же голову нагибает, типа, а? Да, блядь, Алена! Да, пошли в жопу, тихо. Не надо меня паниковать, у меня все хорошо. Та-ра-та-та-та-та-та. Ну, пыхай! Алло, блядь! А чё, водки сегодня не будет больше? Алло, говорю! Да вы хорош, вы доебали меня уже, а да! Чего? Не надо мне ничего, я ничего не буду покупать, все спокойно. Тихо. Тихо, спокойно, трубку. Блядь, хватит, тварь, мигать, сука, напрягаешь меня! Кто вообще мне эту лампу привел? Сейчас всех расстреляю нахуй! Это ж надо Сталину такую лампу принести, дурную! Тихо, пугаем врагов. А ничего, враги где-то здесь сидят рядом, типа, и смотрят, как близко Сталин подводит руку, что ли, к этому. Или он просто чисто для себя. А, сейчас нажму, дайди в пизду. Сейчас нажму, все будет плохо, спокойно, не нажимай. Тихо, курнуть, для того, чтобы все было хорошо. А где груша-то? Где сказали груша? В смысле, государство вообще просирается? Да ладно, получен наган, повышает целостность государства при успешном использовании. Хорошо. День шестой, продолжим использовать наше военное превосходство для угроз врагам. Рабочие завода подарили мне новый наган. Возможно, он пригодится мне в работе. Ну окей, давай посмотрим, как он тебе пригодится в работе. А где он, наган-то? Чё-то я не понимаю, где наган? Где наган? Опа! Серьезно? Кого-то завалил, бля. Шпионы приехали! А где моя трубка-то вообще? А, вот она, спокойно. Нам нужно повышать целостность государства, на это будет печалька. Опять наган убрали, да что ж ты делаешь-то? Я, блядь, успеваю все, я многофункциональный Сталин, как Будда, у меня 8 рук. Спокойно, давай. Или там 4, ну какая разница? Ну, блять, ну-ка дай-ка сюда. Съебался! С таким еще гордым лицом. Фух, блядь, даже не смотрел в ту сторону. Не докуп... Ёб твою, спокойно. Я предлагаю, короче, трубку из правой руки вообще не выпускать, потому что и так все хорошо, а мне, в принципе, правая рука здесь не нужна. Можно, конечно, стрельнуть. Тихо, спокойно. Сюда, блядь. Алло! А ты, сука, такая в конце-то концов. Ну, бля, патроны кончились, пацаны! Тихо! Патроны кончились, нет! Спокойно. Да ты будешь сегодня попадать, ты или нет? О, отлично, съебался. Ну, бля, стресса вообще очень много. Стресса накопилось, просто прям беда. Да хватит меня тут, блядь! Кто отвечает за мою безопасность? Да вот, конечно, психанул, ну чуть-чуть психанул, ну с кем не бывает, столько покушений за один день и все, короче, на меня, что за херня, курим, ишь ты, спокойно кури, все хорошо будет, все будет нормально, опа, бляха, это как же я там не попал-то, это все вот первый выстрел, короче, мне сбил всю панталыбу, смотри, это вот он был.
Да попади ты, ёбаный свет! Да иди нахуй, не буду никого. Выкинет ты, говорит, пизду его. Кури. Кури, бей, стреляй. На, блядь. Спокойно, курим. Главное, чтобы его не сильно шатало. Это основное. Пусть немножко успокоится. Враги никуда не денутся, никуда не залезут. Все будет хорошо. Спокойно. Съебался. Съебался, бля. Расстрелять нахуй. И сам расстрелял. Отлично, все хорошо. Сталин не паникует, у Сталина все нормально. Сталин красавчик, он держит себя в руках. Все нормально. Здесь вот, да, блядь. Буньк нахуй! Вот так вот Сталин, не глядя, блядь, шмаляет по целям. Сталин тренировался, он натренированный, спокойно. Просто тихо, мирно сиди, сиди, покури, и все будет хорошо. Следующий враг, кто там, блядь, ну... Да куда ты в кнопку-то тычешь? Я за револьвером лез, ну за наганом, что происходит? Хорош, Сталин, успокойся. Все нормально, спокойно. Вот так вот, пугаем врагов, курим трубку. Пугаем врагов, курим трубку. Блин, а тут можно, в принципе, короче, трубку-то эту особо не двигать. Сюда подошел. Эт нахуй. Он, наверное, в денте, короче, когда рубал, он очень сильно по лупчикам попадал, прям по-любому. Тихо. Ать, ты спокойно, револьвер сюда подошел. Да, блин, вот так-то, руку. О, хорошо. Погасил спокойно. Ситуация в стране хороша. Никто нам не угрожает, никто к нам не приходит. Кто-то приходит, сразу умирает. Ну-ка, дай-ка мне револьвер сюда. Съебался. Съебался, бля. Ну, короче, игруха вообще просто... Такой, блядь, тупоризм. Ну, прикольно так, забавно. Вот, забавно здесь то, что у Сталина просто невозмутимое лицо. Он убивает людей, он пугает ей ядерной войной. Он курит трубку, он бухает водку. И он улыбается, ты посмотри на его лицо. Он практически улыбается, я тебе серьезно говорю, дай сюда. Съебался. Вот так-то. Вот нормально. Тихо, спокойно. Когда время кончится уже, сколько можно? Все хорошо, давай револьвер мне. Тихо, я попугаю народ. Дай сюда. Ебался! Алло! Алло! Блять! Похуй, курим трубку, спокойно. Не попали, так не попали. Там, по-моему, всего 3 выстрела. Тихо. Блять. Вот так-то, тихо. Да выкинь ты его, пугаем народ. Тихо. Враги. Враги, сука, расслабились. Думают, Сталин уже не то. Думают, Сталин уже... Вот так-то. Ни хера подобного. Нормально, все хорошо. Мы скоро государство просим, я так понимаю. Так, мы должны собрать войска у границы в случае, если наши угрозы не сработают. А, открывай декоративный предмет. Расслабиться и уменьшить стресс. Повысить государственную целостность. Делать важные государственные дела. Блин, давай попробуем. Окей. Так, а что, враги-то наступают, что ли, до сих пор? Что за херня? Я же просто делаю государственные дела, в чем проблема? Враги не наступают, все нормально, курю трубку, все хорошо. Алло, ебать. Да-да-да, я понял, все, съебалось. Ну-ка нахуй, ну-ка там, блять, как... Дам тебе. Одновременно и курит, и лампу бьет. Многофункциональный Сталин, красавчик. Все хорошо. Блять, да сука, тебе заранее настучу по щам. Прикольно ее бьет. Просто наотмашь, блять. Ну ты, сука, что такое? Кто, блять, посмел? Съебал? Алло, не понял. Блять, какой, сука, алло! Пацаны, у вас револьвер кривой, я никуда не попадаю. Что за херня? Почему я должен сам себя защищать? Да не телефоном стрелять, револьвером, блять. Отлично, так, спокойно. Водки мне! О, нормально. Опа. Опачки, хорош, съебались. Да что же вы делаете-то, вашу мать? Блять, это как-то сложнее, чем обычный уровень немножко, по-моему. Он просто уже запаренный, спокойно. Надо успокоиться, надо чуть-чуть успокоиться, спокойно. Выкинь его нахуй, пугаем врагов. Да убери ты телефон отсюда, врагов пугаем. О, нормально. Ишь ты, бляди, лезут они на наши границы. Нехуй на наши границы делать. Скоро сами на свои границы придем, будем вам показывать, кто здесь главный. Вот Сталин, блядь, чё? Эх, не нажимай, Сталин, не надо так сильно пугать. Да, алё, чё надо? Чего? Нахуй не согласен я с этим. Я на это не под... Блядь, твою ж, сука, табака, ёбаный в рот. Да убери ты... Да выкинь его на... Выкинь, говорю. Блядь. Ебался! Сука. Да что же эта лампа такая дурная-то? Умри нахуй! Спокойно, алло, нахуй, да? Поставьте мне уже охранника в конце концов.
Почему Сталин сам должен всей этой херней заниматься? Он же сидит в кабинете, он должен быть в охранниках лезть, а тут нихера себе заставляют Сталина или врагов отстреливать, по лампе бить. Неужели нельзя лампу просто заменить? Ушел нахуй, я сказал тебе, ушел. Все, попугал врагов. Давай, да, алло. Да. Иди в пизду, пугай врагов. О! О! Государство прокачал, нормально. Получена картина Ленина. Замечательно. А, ну давайте берем войска у границ. Здесь, короче говоря, есть сюжет. О, Ленин, блядь. Эх, да ебать. Эх, тебе за встречу. Здорово, лампа. Давно мы с тобой не виделись. Как у тебя? Рассказывай. Че вчера делала? Ну, че ты тут? Давай говори уже, молчит. Блёха, муха, ну ты посмотри, что делают, а. Ты посмотри, что делают собаки. Алло. Да, я убил. Все, нормально, все хорошо. Пугаем врагов. Пугаем врагов спокойно. Тихо. Тихо, я сказал. Блять, как... Дай наебашу тебе. Да не е, это вот. Иди нахуй. Спокойно. О. Че-то враги так быстро наступают. Враги, давай успокойтесь, сколько можно-то. Тихо. Блять, наступлю сейчас. Сейчас всем на ноги наступлю. Да хватит брать этот телефон. Вот и все. Как-то неравномерно, по-моему, все это было сделано. Я стрелял точно в цель. Дуло было, указывало именно... Блять, как сейчас на ебаню, сука. Да что ж ты делаешь такую херню? Сталин бомбанул, короче говоря. Давайте на этом закончим. В принципе, у игрушки есть какой-то потенциал, но она такая, короче, она тупая и веселая. Самое прикольное в этой игрушке, что ты можешь пиздить лампу. Ты можешь просто отдуваться на ней, понимаешь, отрываться просто, пока со всей неудачи, которая в жизни происходит, взял и уебал по лампе. И ведь она не разбивается, она не падает, она не обижается, она просто стоит рядом. Тебе надо еще раз въебал прям наотмашь со всей дурик, просто как шлифанул. Давайте на этом закончим. Не знаю, что тут по сюжету, может быть, будет время, мы ее... продолжим, а может быть даже и закончим, хрен его знает. Но игрушка довольно забавная. Собственно, ссылка куда-нибудь будет под в описании, под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи, возможно, в следующей серии, возможно, в другой игре. Посмотрим, как там дело пойдет. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.